Как вести ты себя, не знаю, не умею в этом случае. Естественно, могу. Давайте. Господи, ничего страшного. Да, ну и вот. Давайте, да, давайте. Телевизор нам нужно включить. Да. А вот здесь, вот тут. Давайте. Вот здесь. Наверное, внимание? Поширше, да. Ага, да, сейчас поширше. Найдем. Сейчас найдем. Вот Андрей Федорович домой прибыл. Дом дочки Галины Викторовны. И сына. Сын Андрея Федоровича, Виктор Андреевич. Так, это тоже поднимало, да? Поставим, давайте. Давайте. Нет, мало. Мало, да? А чтобы два может поставим. Быть, может быть вот эту столешницу, Галина. Какую? Вот а, давайте. Вали, знаете, я сразу не всего. Это. Нам надо было это подумать об этом. Даже... Ну ничего, ставьте куда-нибудь, да, на пол. Стол выдвинем, столешницу. И сюда, вот здесь поставим окошко. Вика, неси полотенце, надо вытереть. Через 76 лет, дедушка. Это еще один портрет, вернее, еще один. Возьмите. О, спасибо большое. Все спасибо. Останется. Это еще не все. Где? Виктор Федорович, давайте мы сейчас еще... Где? Сейчас, планшеточку. Давай. Иванович. Надо, наверное... Подожди. Вот здесь. Снимем. Вот вернулся отец. Долгая дорога у него была. Вернее, 76 лет. 76 лет, да. 77, если считать день ухода. Да. Они же ушли отсюда 23 июня 41-го. Да. 23-го его призвали, 23-го он ушел. Так, вы сегодня не у нас что? Сегодня у нас 17 июня. Я не поздоровался даже с вами. Игорь Иванович, да? Да, Игорь Иванович, да. Андрей, Дима, да. Дима, да. Андрей Петрович. Андрей Петрович, очень приятно. Ну, меня, естественно, тоже можно. Игорь, величайшее спасибо. Андреем. Хоть привезли. Вот не будет чиститься без вести пропавшим. Какое-то. Еще не все. Сейчас мы, надеюсь, долгая дорога не растрясла то, что мы здесь имеем. Распечатаем. Дедушка. Теперь пора, дедушка. Проходи тебя. Вот это наша культура, ваше министерство культуры. Не это. Как, не откликнулась, а эта соседка моя, культура, библиотека. Вас в Шалтоне никто не встретил, Игорь Иванович. Нет, почему? Встретили.
Встретили? Да. А кто? Дмитрий Анатольевич встретил Кабанов. Нет, Кабанов, а наш... Владимир Павлович, мы разминулись с ним. Вот он приехал. А, разминулись? Разминулись, да. Ну, так получилось. Так, это у нас низ. Низ, да. Не уходите. Не уходите, да. Угу. Он сейчас глаза там. Да я возьму. Очки, наверное, да? Да, да. Дорога длинная, пришлось упаковывать это. Ну так, понятно, чтобы... понятно. У нас еще не дорога тут сейчас. Знаете сколько, да? Я тут. Про нашу работу. Хорошо. Да. Они останутся тут. Мы прочитаем. Да. Да. Сейчас так наказан. Поэтому по интернету или... Да, вот так это выглядит. А это? Это его вещи, его медальон. А, то, что было, да? Да, то, что было при нем. Угу. Так, здесь не будет стоять. Не будет? Не будет. А, что бы нам придумать, Гарь, подумайте. Да. Чуть-чуть я подставить надо. Голова соображает. Да. Меня туда. Так, пока если вот так. Да нет, наверное, пока, надо как-то пока, туда. Пока, пока. Ну, всем, чтобы рассмотреть. Вот, вон и записка. Апа. С лампочки. А? Вот она отскочила. Я сейчас открою, сейчас сделаю. Угу. Не выдержал. Очки двойной. О, как его? Скотч. Отлепилось просто-напросто. А остального выдержу. Так. Дима, придержи. Угу. Крышку придержи. А что вы придумать такое поставить, а? Так, какой? Я также скотч приклеить, он конечно. Там он есть, у нас есть тоже двусторонний, более крепкий, чем этот. Надеялись на этот специальный, полиграфический. Но автомобильный оказывается надежнее, чем полиграфический. Поэтому мы потом, наверное, завтра прикрепим хорошо рамку с медальоном. Это будет, это завтра-то все. Видите, да. Мы как-то немножко, и Ваня почему-то до меня, я потом посмотрела, три пропущенных. Это вещи, которые при нем были, и записка, благодаря которой его удалось опознать. Ой, ложка. Его ложка, два его медальона. Один бонитовый, другой металлический. Монеты его и его зеркало. Подходите. Виктор Иванович, посмотрите. Значит, ну, понятно, что слева его фотография. Снизу
краткое описание его военной судьбы, то, что удалось установить. А справа на листе это копия журнала боевых действий его полка, где, хотя и коротко, там 4 абзаца, но описан тот самый бой, в котором он погиб. Я обращаю внимание, вот здесь строчка есть. Потери полка незначительные. Так вот в эти самые незначительные потери он и попал. Да вы что, я думаю, надо. То есть, да. Мы на том месте из этого полка нашли 9 человек. Что значит на том месте? Ну, представьте территорию, я правда не знаю, сколько велика территория, сколько соток, да? Угу. Ну, допустим, вот дом, второй дом, да, угу. Двор. Вот то, что я увидел взглядом, вот на 2 умножьте, вот на этой территории 9 человек найдено. Угу. При 9 человеках 7 медальонов, 2 из них у Андрея Федоровича, 5 медальонов у других бойцов. Так вот, сохранился он, записка сохранилась, только у него одного. Угу. Благодаря чему? Оба медальона, монетки и зеркало были в кошельке кожаном. И там... После войны гулял пожар понизу. Ну, как обычно бывает, трава загорается. Да. Множество вещей обгоревшие, даже останки обгоревшие. Вот эта капсула, когда приглядитесь днем, увидите сбоку, ну, снизу не посмотреть, а так сбоку, пупырышки на ней. Это от температурного воздействия. Но благодаря тому, что даже вот несмотря на то, что вот его огонь тронул, благодаря тому, что был в кошелечке, записка внутри, бумага. Все спаслось. Да. А у остальных еще 5 человек такие же медальоны эбонитовые имели, пепел внутри и вспухшие медальоны. Вот. Представляете? В последнем письме он же читал, 4 нас призваны Солтонским райвоенкоматом. Вполне возможно, что... И они были, да, они, да, были где-то... Может быть... Резервный полк. Или как в полку были, по первости. Но потом раненые поступали. Это в письме потом, последнего описанного. Письмо-то можно потом показать. Знаете, где он был? Вот. Кто вернусь с поля боя, пришло с окопа, 120 рублей денег вышло еще. 100 рублей оставил себе. Кто останется с поля боя вернусь, напишу. Ну, он по тем временам у него образованный был, он как бухгалтер был. В Новосибирске учился он. Угу. Работал раньше счетовод. Счетовод. У него записано гражданская специальность. Счетовод. Так писались. Да. Сейчас бухгалтер. Вернусь с поля боя, напишу. Есть уж что, со мной говорит, вот с Урунска переехали вы. Между Солтоном и Макарием. Да, Урунский. Угу. Да, Сотов Павел Федорович. Угу. С Тостока, это в Сузовскую сторону, там с Сотов, не Сузов. Поздерем. И с Макарием, вот с этой деревней, Гуренко. Выслал еще фотографии гуренковские, он тоже. Передайте баб Гуренкову. Ну, узнавайте, что так, письма не будет долго, узнавайте про них. Узнавали все без вести. То есть они все там? Все там. Вот оно зачитанное у нас уже, перечитанное. Вот, к сожалению, вот от этого только клочок почему-то. Надо отсканировать. Отсканировать, да, надо. А Ваня вам не высылал разве его? Я не успел выслать. Я его просил. Да, в школу таскали, так куда что-то. Да, надо отсканировать его и потом распечатать. Вот это все его. Ударник. Потом удостоверение. Угу. Можно. Это об окончании. Это... Да, и как сказать, он кто-то был по землеустроительству, да? Ну, в земотделе работал в последнее время, в районе. Мы все вам дадим отсканировать. Значит, призывали его 23 июня 41 года и направили... Нет, его в июле. Нет, 23 июня в документе, значит. Да? Да. Ну, не помню я. В документе... А мы всегда считали в июле. В книге учета. В июле его призвали сразу. Книга учета рядового состава. Когда объявила мобилизация, да, и он, да, был призван. Совершенно верно. Первый же день мобилизации его призвали. Да, первый день мобилизации. Значит, они, насколько я понимаю, пешочком, скорее всего,
от Салтона до Миска, да. Трое суток. Он мне... А на чем ехать-то тогда? Вот. На чем ехать? А значит... вот помнит такой момент, что он его нес там Тазинский сельский совет. Мы в Устале жили, это деревня 6 километров, и как он на руках его нес. А больше ничего не знаю. Я положу, а отсюда он потом на конях их повезли, даже домой не забегал. Там к сестре забежал, они тут с того конца деревни живут. Попрощался, сразу их там. Их призвали и направили 71-й дорожно-эксплуатационный полк. Формировался он в Бийске. Сформирован исключительно из алтайцев. Да, из алтайского. И до 5 августа сначала их здесь, кого обучали военному делу, а кто-то уже и на Чуйском тракте работал. 5 августа пришел приказ в эшелоны и отправка на Западный фронт. 5 августа они сели в 3 эшелона и назначением на станцию Ржев поехали через Москву. Это мы все запишем. Понятно. Я документы отсканировал. Есть у вас, да? Да, у меня все документы есть. Значит, я их привез в копиях, ну то есть в бумаге. Но должен сказать следующее. В бумаге я их не отдам. Ну понятно. Поймете сейчас почему. Я вам отдам их в электронных копиях. Они отсканированы, то есть их можно спокойно распечатать и иметь у себя. А теперь почему не отдам? Не первый алтаец, которого мы находим. И оказалось, что из 6 человек, кого мы сумели опознать, алтайцев, найденных в тех местах, рядом с ним в 130 метрах еще один из Тобольского района, Соболь, Максим Семенович Нерослов, да, с прииска Уксунай. А, подождите, не его долго искали? Ну, нашли его, это самое? Да, да. Нашли, да? Нет, его искали, его не нашли родственников пока. Вот я он про же, то. Он же я, здесь на прииске. Я за Натальей Юрьевной следила, все за ее подвижками. И я поняла, что прииски там, и что вполне возможно, он которое время непостоянный. Подняли архивы, подняли ЗАГСы, подняли администрацию, военкомат. Он учтен только в военкомате призван. И все. Здесь корней не осталось. Потомков не осталось, и он сам с Мордовии, нет, соврал, с Марийской. С Марийки. И, соответственно, сделали запрос туда. Скорее всего, он с деревни под необычным названием Капкан. Единственная деревня в Марийке, которая так называлась. А у него в медальоне так и записано Капк, а дальше бумага не сохранилась, оборвана. Это единственное название. Так вот. Среди тех, кого мы нашли и опознали, 6 алтайцев, ну, включая вот Максима Семеновича Нерослова. И эти документы становятся основой для того, чтобы их также скопировать и также в копиях в электронных родственникам, которым в будущем отдадим, мы и передали бы. Но для того, чтобы понять и совместить, что вот у меня копия бумажная, реальная, печать у архива, а вот копия электронная, у меня должен остаться пропечатанный архивом экземпляр ксерокопии. Вот почему я их не могу отдать, потому что следом еще есть. И я так думаю, что еще алтайцы там будут. Почему? Они попали в эту дивизию с 3 по 7 февраля. Сейчас я вернусь к 71-му дорожно-экспедиционному полку. Значит, в Ржев, когда они прибыли, они строили дороги вокруг Ржева и Зубцова. Батька ваш был библиотекарем клуба машинно-дорожного батальона 71-го дорожно-экспедиционного полка. И в медальоне, обратите внимание, вот здесь в медальоне у него вместо воинского звания он записал должность библиотекарь. Но это совершенно необычно. Это не воинское звание, это именно должность. Обычно пишут красноармеец, ну, допустим, младший сержант, старшина, если это солдаты, да? Тут библиотекарь. Каково же было, в общем-то, сначала ожидание, потом удивление, когда я его в документах полка 71-го, вот этого дорожно-экспедиционного, я его нахожу старший библиотекарь клуба машинно-дорожного батальона.
Тот, про которого я сказал, не Рослов с привиском, Шунай. Он с этого же батальона, с одной из рот, машинист дорожной машины. То есть на Чуйском тракте они работают какое-то время, небольшой месяц. Потом, в октябре немцы, когда начали наступление, полк отводит в район Москвы, и они строили дорогу от Люберец, сейчас это район Москвы, до Мурома, до Владимирского области. А в декабре, 22 декабря, сели в эшелоны, погрузили и отправили их в район, только что начавшийся строительством, дороги жизни. И они строили участок, и мало того, что строили, там натоптали машинами, подводами, по снегу. В общем, месиво. Нужно было прежде всего вот это месиво, этот путь, это направление превратить в дорогу. Поскольку люди опытные, у них и техника была, и все прочее, их поставили на это дело. И они отстали с двух станций, от станции Вой, Букала и Жихарева, строили вот эту дорогу, двупутку, к порту Кабона. Если наберете там, в Яндексе или в энциклопедии какой-то «Дорогу жизни», обязательно порт Кабона будет упомянут, обязательно. В этой точке все машины разгружались, если их нужно было на барже перегружать, когда льда не было. Либо они приезжали в этот порт, в этом порту съезжали на лед и дальше по льду в Питер. Вот они от Кабона до Вайбакала и до Жихарева строили эту дорогу, сделали там сортировку, там, организовали движение, регулировку, посты расставили, расширили ветрозащиту, снегозащиту поставили. И так происходило в течение месяца до 31 января 42-го. 31 января 42-го пришел приказ переформировать полк в батальон. Почему? Движение не наладили, дорогу построили, и такого количества людей, такого количества, такого, как сказать, многочисленного, что ли, подразделения, как полк, там уже было не нужно. Соответственно, переформирование в батальон приводит к тому, что высвобождаются люди. Их направляют в пехоту, в 8-ю армию, которая тут же рядом была, состав 294-й стрелковой дивизии. Вот он попал в их состав. 795 человек в 294-ю дивизию попало, и 492 человека попали в соседнюю с этой дивизией по фронту, по линии фронта, первую отдельную горнострелковую бригаду. То есть сюда в дивизию 800 почти человек алтайцев и в бригаду почти 500 человек алтайцев. С 3 по 7 февраля они прибывали туда, а 8 февраля бой. Значит, в 857 полку, куда Андрей Федорович попал, нет документов по учету личного состава, то есть он в полку не значится. Нет документов по выдаче денежного содержания. Из полка дорожно-экспедиционного не выбыли. За январь деньги получили. А за февраль уже не успели. В результате в этом новом своем полку его в финансовых ведомствах нет. И нет его сослуживцев никого. Значит, в донесение о потерях они не попали. И в результате они стали пропавшим без вести. А соседи, которые попали в 861 полк, вот Максим Семенович Нерослов, который в 130 метрах от Андрея Федоровича лежал, их учли в донесение о потерях. То есть их тоже нет в книге учета личного состава, нет в финансовых ведомостях по той же самой причине. Но составили донесение о потерях и отправили его в штаб наверх. И вот те в том полку бойцы, они учли, а в этом полку нет. И мы прекрасно понимаем, что они тоже алтайцы. Больше некому. Почему некому? В полку на тот момент в батальонах, в трех батальонах было всего лишь 120 человек. А должно быть в каждом 450. То есть должно быть около 1300-1350, а было всего 120. И вот новое пополнение прибывает. Их распределяют по этим трем батальонам и на завтра в бой. В результате никуда не успевают попасть. Те старослужащие, которые, может быть, и участвовали в бою, которые в той дивизии служили, в том полку, кто-то, может быть, тоже погиб в этом бою. Но то, что новое пополнение в первую очередь бросили в бой, это, к сожалению, реалии войны чуть не на каждом участке фронта. Вчера прибыли, завтра, сегодня в бой. Они погибали, если их не успевали на списочный учет взять. В результате часть за них не отчиталась. В результате, если только, представляете, вот нюанс такой,
Только если родственники во время или после войны в военкомат достучались, примите наши запросы, писали, да, примите очень много, да, писали, Иван, брат, да, писал, сын его, прощай. Иван Андреевич одно дело Валерий. Писать, да. Одно дело писать, а другое дело сделать заявление, прошу принять на учет потери. Ну, может быть. Понимаете? Одно дело писать, где? Где наш батька? Куда делся? Ответ. В картотеках учета потерь рядового сержантского состава не значится. К примеру. Очень может быть, что такое... Ну, в архив Министерства обороны писали. Вот, вот. А следовательно, его нужно было хоть каким-то документом принять на учет потери. Вот его аж в 48-м году Солтонский военкомат послал донесение в управление Министерства обороны. Только благодаря этому донесению, их там, если не ошибаюсь, 8 человек на машинке отпечатаны. Ну, вы видели его. Он же числится не как Ведяйкин в этом донесении, как Ведяйкин. Ошибся этот машинист, машинист или машинистка. И вместо буквы И, буква И. А в этих документах 71-го полка его и Ведяйкин, и Ведяйкин. А у нас тоже всякое, да, написано. И по-всякому, в общем, по-разному. Но то, что это он, ну, сами понимаете, имя, нет, отчество, имя, отчество никуда не денется. Да, ну вот там Степанида Лазаревна и все. Да. Мы даже не сомневаемся где нисколько. Мы, знаете, всегда почему? Думали... Еще почему? Мы всегда думали, что вот была бомбежка, и он у нас утонул в Ладожском озере. Знаете, вас что связалось? У вас связалось то, что они работали у Ладоги на дороге жизни, и его пропажа после этого ни ответа, ни приета. А кто-то сказал, да, у Ладоги работали. И вот и подумалось, что где-то что-то, чего-то типа туда. А сработал, как удалось найти то, что он... служил в этом, и они все служили в 71-м ДЭПе, как его называют, ДЭП, дорожный экспедиционный полк. Только благодаря документу о пополнении штаба 8-й армии. Я совсем по-другому делаю работу с документами. И взгляд зацепился за сводку о пополнении за 6 февраля 1942 года. И уже же знаю, вот из журнала «Боевых действий», который вот уже здесь, там, кстати, сказано, что прибыло пополнение алтайцы-замечательный народ. Прочитайте. Вот. Я знал, что Алтай, знал, что их много прибыло. Но откуда прибыло? Зацепки не было. И тут в этом документе, сводка о пополнении штаба 8-й армии, написано, что в 294-ю дивизию прибыло на 6 февраля в общей сложности 795 человек. В интернете, в Яндекс сразу ввожу 71-й ДЭП, как он записан, ну, ДЭП, сокращенно называем. И уже кто-то когда-то интересовался этим полком, тоже алтайцем, призванным в этот полк. И опубликовал на одном из форумов в текстовом виде, то есть напечатал письмо в текстовом, в электронном виде, разместил там. И оно сохранилось там. Ну, соответственно, первая же ссылочка в Яндексе на этот форум. Я нажимаю эту ссылочку, выхожу, елки-палки, сформированы в Бийске, июнь-июль 41 года. Так вот они же все кончики-то и связываются, откуда мы столько алтайцев там нашли. Андрей Федорович, алтаец, а как попали в дивизию, ответа не было. Почему? У дивизии не сохранились документы за 4 года войны практически. Только летом 45 года у меня сохранились. Почему? Никто не знает. В полках очень скудно. То есть... Вот этой преемственности обычно что должно происходить? Полк, если прибывает команда какая-то, их зачисляют на довольствие. Для того, чтобы им выдавать еду, снаряжение, обмундирование, а также боеприпасы и оружие, их нужно принять на довольствие. Это отдается всегда приказом. Так вот, этих приказов нет, не сохранились. Документов по учету личного состава нет. Откуда прибыли, там обычно пишется, откуда прибыли, их нет. И вот эта зацепочка сводки пополнений, вот эта запись человека, который своим родственникам алтайцам интересовался по 71-му ДЭПу, привели к тому, что я в архиве запросил документы этого полка, и там всех. Ну, хорошо, спасибо. Вы нам еще много расскажете, пойдемте покушаем, поужинаем, пойдемте.